В рамках образовательной программы «Рейс», что переводится с английского как «подъем», студенты из разных регионов учатся разрабатывать и реализовывать социальные проекты. Победители по завершении сезона отправляются на стажировку. На Камчатку приехали студенты из Владимира, Саратова, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Для меня очень важно проведение таких образовательных мероприятий, как это, образовательно-развивающих, других, реализация разных инициатив, которые направлены на применение новых технологий. Вообще я вижу, если всерьез говорить, то в будущем Камчатку как модельную территорию для отработки типа устойчивого роста, нового типа экономического уклада, экономических принципов. В этом сезоне первое место заняли студенты Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Студенты создали эко-бренд по производству микрозелени и наладили ее поставки в кафе и рестораны. Также они проводят обучение жителей города навыкам сити-фермерства. У нас участвуют ребята со всей страны, и последние два года мы работаем при поддержке агентства стратегических инициатив. Благодаря этому у нас не только наши академические ребята участвуют, но и всех других университетов. Я надеюсь, что в этом году наши ряды пополнятся командами с Камчатки в том числе. Студенты Уральского института управления создали приложение для людей, у которых есть трудности со здоровьем. Команда Поволжского института управления разработала новый бренд по историческому благоустройству городской среды с элементами дополненной реальности. Еще один проект направлен на обучение детей безопасной работе в интернете. Проекты очень разные, очень яркие. Я хочу вам успехов пожелать. Если сейчас во время нахождения на Камчатке вы придумаете, как на Камчатке, что можно с ними делать, я буду очень рад. Мне важно, еще раз я с этого начал, чтобы такие идеи у нас на Камчатке реализовывались. Поэтому, если у вас будет идея по масштабированию здесь у нас, то я всяческую поддержку готов оказать. Победители акселератора социальных инициатив «Рейс» пробудут на полуострове до 3 октября. Стажировка студентов на Камчатке организована культурно-просветительским центром «Вулканариум», куратор от правительства региона, Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Ольга Семенова, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».